Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. Ну что, рассказываю. Картофель. Ой, сыром посыпали и в духовочку поставили. За скорблянку по-ростовски ставлю 4 с плюсом от чистого сердца. Вареники выглядят очень аппетитно. Да с варениками это назвать нельзя, это маленькие пельмешки с вишенкой. Тоненькое тесто, вишня, все как надо. Маленький размер только плюс. За вареньки ставлю 5. Ну что, довольны? Будем просить счет. Салат 203 рубля, сбитень 50 рублей, скоблянка 450 рублей и вареники с вишней 130 рублей. Общий счет на 833 рубля. Чистая кухня, вкусная еда. Что еще нужно ресторану для того, чтобы он нравился гостям? Пожалуй, только наклейка ревизора. По результатам проверки я поставила все плюсы. Программа ревизора рекомендует ресторан «Боярский двор» в городе Ростове. Прошло больше, чем 1.5 часа, поэтому иду в свой номер, проверю, как же там убрали. Моющие средства стоят. Заходим. Так. Весь этот срам вымыли. 0,557, 209, 226. Я не приунывала, я просто устала. Я сегодня целый день с стрёмкой. Дорогие друзья, мы все исправили, поэтому идем обратно к администратору. Я возвращаю вам ключ от вашего номера. За 2600. У меня вопрос к вам. Ни матрас не поменяли, ни подушки. Она еще не ушла? Она ушла. Вот я сегодня с тремя такими шарами к вам пришла. Это три ваши звезды. Но я понимаю, что вы переживали, что вы не могли найти горничную. Но тем не менее, вы администратор этой гостиницы. И репутация гостиницы. Привет. Это и ваша работа тоже. Согласитесь. Все, спасибо вам большое. А мы идем выпускать ваши три звезды в небо. Я устала. Я сделала все возможное, чтобы сотрудники этой гостиницы доказали, что она достойна 3 звезд. Но они, к сожалению, не воспользовались этим шансом. По результатам проверки я поставила больше минусов, чем плюсов. Программа ревизора не рекомендует гостиницу «Боярский двор» в городе Ростове. И звезды улетучиваются. Привет. Я не знаю, где Беловодск. Нет, у меня аллергия. Меня проверить? Да. Мы продолжим проверку в Ростове-Великом. Для принцесс написано. Здесь почему-то... Нет, для принцессы. На все, что цветет, растет и зеленеет. Банан подпел. Переспел, по-моему. Не заставляйте. Есть. Банан. Тюнь. Зато ты точно понимаешь, занята там? Ты не занята. Кинь там свой лок. Я вижу, как вы сюда сюда. Значит, пишите. По оценкам ученых, озеро Нера приблизительно 500 тысяч. В одной из легенд в озере водится доисторическое чудовище. Хотя это невозможно. Озеро очень мелкое. В самом глубоком месте и до 4 метров не дотягивает. Летом по водоему катают туристов, а рыба, выловленная в Нера, славится далеко за пределами Ростова. Милое местечко, славный ресторанчик, вкусная и недорогая еда. Так отзываются люди о кафе «Аппетит». Надеюсь, они правы. Здравствуйте, можно я к вам? Да, конечно. Здравствуйте. Чеки, где у вас кухня? Дальше, налево. Сами рассказывают, где кухня у них. Чудеса. Мы пополните ваши программы. Правда? Да. То есть я могу сказать, что у вас идеально здесь... К сожалению, не идеально, потому что в каждой работе есть, конечно же, какие-то недочеты, правильно? И, наверное, и в вашей работе есть недочеты, и в нашей работе. А какие недочеты в моей работе? А что, вы каждое видео снимаете с первого дубля? Поймала меня, ладно. Старшая кухня, хочу с вами познакомиться. На вас как зовут? Кусачу, у вас грязная такая форма. А сменная есть? Сменная есть. Здесь? На предприятии? Нет. Ксения, ну вы такая чумазая, конечно. Вот этот холодильник, для хранения каких продуктов? Заготовки. А заготовки какие? Мясные, овощные? Что я здесь вижу? Я вижу рыбу. Почему на рыбе нет маркировки? Так, на рыбе я смотрю, нигде нет маркировки. Мясо 2.04. Есть маркировка. Нарушение товарного соседства, рыба хранится с мясом. На курице есть маркировка? Только недавно.
убрали? Недавно убрали, маркировки нет.